Доброго вечера всем помощникам, людям, помогающим и видящим приют. Всем доброго вечера. У нас повторный ролик о сборе финансовых средств на питание. Долг на сейчас время 18:48, у нас еще 28 тысяч. Нас 19600. Девчонки, я кричу. Я кричу, потому что завтра нечем кормить собак. Если мы до утра не погасим этот долг, то машину нам не дадут, а в пятницу, к сожалению, выходной. И это долг позапрошлой недели. Висят вот эти вот 30 тысяч, это еще позапрошлой неделе, потому что следующая неделя привоз был уже 131 тысяча. То есть мы опять ушли в большие долги. А я все так же еду, все так же кого-то пытаюсь спасти. И не понимаю, для чего. Не спасла? Плохая. Простерилизовала? Плохая. Я понимаю, что это больше хейтеры, ну вот, пишут на каналах. Я просто искренне люблю животных и делаю все возможное для качества их жизни. Соответственно, собачку с трассы, которую мы забрали, простерилизовали, она чувствует себя прекрасно. Естественно, мы ее не отдадим уже никуда. Она поедет в приют. Назвали ее Лея. Есть еще собаки, которые ждут, которых можно спасти. Потому что вы все видите, что в этом городе собак только травят. Буквально на прошлой неделе в поселке Чернятина перетравили всех собак и попались даже, к сожалению, домашние. Это деревня. Вы сами понимаете, что в деревне тоже собаки бывают на самовыгуле. Но вот так все очень страшно. Есть еще собачки, которые мне верят, доверяют, и которых можно было бы привести в приют, но мы не справляемся. Мы не справляемся финансово, поэтому душа болит. И люди, я кричу от имени собак. Помогите приюту жить. Помогите собрать финансы на еду. С большим уважением, Наталья. О, не ругаюсь, не ругаюсь. Все понимаете, сказочка. Что сказка? Снежная сказка, нежная. Знаешь, Коля, на мой колючий, на мой колючий такой, колючий такой. Знаешь, Коля, Коля, знаешь, Коля, знаешь, Коля, знаешь, Коля.